Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре нож Infinity от производителя Libing. Libing – это тот чувак, который сделал реплику на Snake Stun. Обзор есть на канале. Нож без единого винта собирается и разбирается голыми руками. Потом он сделал просто супер реплику на ZT-0999. Это, пожалуй, самый качественный нож, который я держал в руках. Далее пошли уже собственные дизайны, и в частности можно отметить такой нож, как Raptor. Очень красивый, функциональный, но не дешевый. Следующая знаковая модель — это Infinity, которую мы сегодня рассмотрим. Дизайнером ее выступил Чарли. Это соучредитель данной фирмы. Нож поставляется в красивом чехле, чем-то похожем на 9-й район. Здесь внутри два отделения. Далее в комплекте идет фирменная салфетка, обычная, стандартная, и полностью идет zip-комплект. Здесь есть винтики, все запасные болтики, два ключа и даже осевой шайбами. Также в комплекте идут бесплатно накладки из G10 на рукоять. Вот так примерно они будут смотреться на ноже. И за отдельную плату можно заказать накладки из Тимаскуса. Нож предлагается в трех вариантах. Это один вот такой с фрезерованной рукоятью, далее идет вариант с гладкой рукоятью и вариант с черным покрытием на клинке. Теперь рассмотрим конструкцию рукояти детально. Она состоит из двух частей. Это титан плюс накладка из сплава циркония. Накладка крепится на трех винтах, которые можно открутить ключами из комплекта. Титан имеет обработку апельсиновая корка, шайба на осевом из цветного металла, и все это имеет 3D обработку. Бэкспейсер выполнен из титана практически на всю длину рукояти и имеется вот здесь скрытое темлячное отверстие. С обратной стороны титановый фрейм, который имеет сухарь, и накладка из циркония служит ограничителем фрейма. Также мы видим здесь шайбу из цветного металла и клипсу из Тимаскуса. Клипса отличной гибкости, хорошо работает, нож без проблем садится на карман, хорошо фиксируется и без проблем извлекается из кармана. Клин четко по центру, керамический шарик детента и керамические двухрядные подшипники на осевом. Открывается клинок либо за шпеньки, которые, кстати, упорные, либо за плавник. Но, естественно, за плавник это делать удобнее. Классная механика с коробки, без люфтов. Клинок выстреливает из рукояти и буквально под своим весом опускается в рукоять. Отлично работает замок. Здесь сняты фаски и ничего не препятствует работе замка. Баланс примерно в этом месте. Но если мы заменим накладки на G10, то он, естественно, сместится вот здесь под плавник. Далее, по техническим характеристикам, вес у ножа 205 грамм. Опять же, если мы повесим накладки из G10, он существенно уменьшится. Длина клинка 91 мм. В обухе примерно 3,8. Клинок выполнен из стали М390. Маркировка отсутствует, но маркировка есть под накладкой из циркония. Подробно рассмотрим клинок. Видим здесь двойную обработку. Фальш на обухе, фальш лезвия. Шпеньки обработаны. Высокие довольно-таки спуски и тонко нож сведен в вот этом месте. Здесь уже более толстое сведение и мощный такой кончик. Отсутствуют практически насечки на обухе. Немножко они здесь, конечно, есть. Чуть-чуть фиксируют палец, но почему их не продлили до этой грани, я не понимаю. Потому что они тупо ушли в рукоять, как фронт-флиппер. Открыть его не представляется возможным, то есть сколько я не пробовал, это не получается, и все насечки уходят глубоко в рукоять, то есть бесполезные. Конечно, нужно было их сделать вот так до грани. Ну, в целом, интересный клинок, необычный, естественно, не подходящий для большинства EDC задач, нож больше коллекционный, в том числе и по цене, но если вы захотите его использовать, носить на кармане, это можно, конечно, делать. И для этого я советую поменять накладки, чтобы сделать нож немного легче и, кстати, будет приятнее в руке. Хотя сам цирконий отличается по тактильным ощущениям от титана. Причем здесь положительно сказывается вот эта фрезеровка на рукояти. Отлично фиксируется нож, есть вот эти отверстия.
Но с G10 все равно будет удобнее. Опять же, не хватает насечек на обухе. Это прям какой-то косяк. Очень напрашиваются вот так сюда насечки, но их нет. Так, в целом, особых замечаний нет, потому что это больше такой, как кастомный вариант, больше коллекционный. Здесь нет претензий к утилитарности, чтобы этот нож выполнял максимум задач, положенных на него. Это больше такой аксессуар дорогой, который можно поклацать, можно, кстати, и порезать, делать все, что угодно. Но в большинстве своем это, конечно, будет полочник. Но кто захочет повесить на карман, тот это сделает и, я думаю, не сильно разочаруется. На этом все. До новых встреч. Пока.